Вот они, платочки. Слева это у нас самый первый прототип. Вот справа то же самое, но уже в заводском исполнении. В принципе, они по сути одинаковые. Разъем питания был перенесен сюда. Экран остался здесь. Я оставил здесь I2C, точнее вывел отдельно. Здесь было два драйвера мотора шаговых, здесь три, соответственно, три выхода. Здесь их два было драйвера, и здесь подключались внешние устройства или кнопки, или еще что-то. Вот. Здесь также уже три разъема, а не два, и для них можно выбирать питание, либо без питания, либо 5 вольт, либо 12 на каждый. Устанавливается перемычка. Влево это будет у нас 12 вольт, вправо будет 5 вольт. То есть для соответствующего разъема. Вот. Здесь еще осталось место, можно будет всегда что-то добавить здесь и здесь. Например, вот такие же разъемы. Но мне кажется, они, кстати, здесь смогут поместиться. То есть вот такая вот у нас красота. Платы, кстати говоря, по размеру должны быть одинаковые. Я еще не проверял, на свое родное место и не ставил. Но так я смотрю, да. То есть, кто хочет, может паять ручками, кто хочет, может брать уже готовую плату и с ней экспериментировать. Я, наверное, на днях ее запущу и попробую ее на чем-то погонять. Может быть, даже, кстати, на уже и перемотчике.